Ну, друзья, ваше здоровье. Итак, дорогие мои друзья, всем привет! Это такая типа рубрика «Хочу пожрать», да? В общем, смотрите, жареные грибочки, свинухи. Свинухи, сначала, естественно, они были отварены, потом обжарены с лучком. Вот такая вот вкуснятина. А с жареными грибочками у нас будет жареная картошечка. Картофанчик домашний со своего огорода на сале буду его жарить. Ребята, вот многие у меня спрашивают, какое сало. Сало обязательно свежее, не соленое. Сало должно быть свежее. Вот такие вот кусочки, а с них очень хорошо вытапливается жир. Его солить не надо, когда вот жарите, солить сало не надо, иначе жир будет плохо вытапливаться. Вот такие вот шкварочки получаются обалденные, замечательные. И сейчас сверху засыплю картофанчик. Жарить буду, не накрывая крышкой. И солить картошку тоже в самом конце. Так получится больше и красивее такие поджарочки на картошке. Обалденное сало такое. Итак, высыпаем картошечку. Красота! Вкуснятина! Не солю, крышку не закрываю. Солить буду в самом конце. Вот, дорогие мои друзья, перевернул я один раз картошку. Вот видите, какие замечательные поджарки. И вот теперь ее самое время посолить. Теперь такие же поджарочки будут снизу. И все, картошка готова, можно кушать. Картошечка с грибочками, ой, красота. Так, еще сегодня у меня салатик из крабовых палочек. Обалденно, обалденно, ребята. Всем приятного, приятного аппетита. Итак, к слову о грибочках. Это работал я как-то под Питером, деревня Юки называлась. А там вокруг лес. И вот мы что-то пошли в лес, ё-моё, а там свинухов. Ну, немерено вообще, видимо-невидимо. Набрали там пакеты такие огромные. Давай там их там перебрали, сушить повесили, там суп варить, жарить. А с нами местные работали. Приходят, смотрят на нас, говорят, вы что там за дерьма набрали? Мы в смысле, нифига себе, свинухов там. Говорят, ребята, вы что, это, блин, поганки, их есть нельзя. Говорим, как так есть нельзя? Как? Вот так. Типа ядовитый гриб, мы их не собираем. Пошлите, покажем грибы там, какие можно собирать. Повели нас там по своим местам. Там белых мы набрали, маслят набрали, лисичек набрали. А свинухи они не берут. Не, мы их по любасу, мы их слопали все. А местные там свинухи не собирают. А мы собираем, кушаем, все прекрасно.